Всем привет. А мы в морпорту Сочи. Смотрите, какие утки. Не утки, я не знаю, что это такое. И чайки, и голуби, и утки, и вот какие-то, вот я не знаю, может это есть народ тут. С черными такими носиками. Ну, всякие разные, короче, тут пернатые. И ныряют хорошо, так и чаечки вон там, вон подальше. Забили какую-то утку, долбят и долбят, долбят, в прямом смысле этого слова напали на нее. А здесь какие-то непонятные, с клювами есть. Ох ты, смотрите, схватил и уплывать подальше. А его там долбят, и чайки забирают, и все. Так. Тут прям какая-то, знаете, игра. Футбол на воде, как он там называется, бобслей или не знаю, что это такое. Если не ошибаюсь, вот они тоже тут. Кто вырвал кусочек хлеба, тот и убегает. Ну да ладно, пойдемте дальше, посмотрим ладью какую-то. Прикольный кораблик, красивый. Рыбалки на нем можно даже. Телефончики есть, такая шхуна с трубой, такая кухня вон. Капитан с бородой, прикольная такая лодочка. Лодья А называется. Все желающие могут ее взять, зафрактовать, так сказать. Интересно устроено, даже дерево, видите, ракушка большая, золотая рыбка. Там дальше всякие разные кораблики, катера и на берегу, и в море. Катамаран Дагомыс, который периодически вывозит трудящихся. Но мне больше всего почему-то вот это вот понравилось. Вот действительно она такая живая, интересная. Ладненько, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Как кормят чаек, туток и еще каких-то белоклювых птичек. Мы уже видели, смотрите, что творится. Да, схватил и бегает. Пока не сойдет. Ну, в общем, мы поняли, что даже птички очень любят травку. Как бы вот так. Бойцы разгвардии все в масочках так ходят. Прикольненько. А я свой, кстати, забыл в машине. Ладненько, идем тогда туда куда-нибудь, в сторону моря. Вот такие красивые кораблики. Не то, что прям пофиг, но мне капитан отправляет. Яхты. Ну, многие из них я вам уже как бы показывал, но не знаю. Он даже фотографирует, видите, двухэтажная. Кто-то поедет сейчас кататься. Так что как бы вот так. Если есть желание, приходите, катайтесь. Выходите в море. Но. Но я сегодня вряд ли это буду делать. Кафешки вон на берегу. Красота. Что-то объявляют. Дагомыс? Дагомыс, я же говорил. Ну, как говорится, рыбаков тут гораздо больше, я вам скажу, чем в Лазаревской. Смотрите, как тут. Как-то я сюда приходил,
можно было подойти к краю. Теперь нет, все, он руб ловит. А там катера, яхты и удочки. Вот такой вот мой порт в городе Сочи. Вот, смотрите, какой кролик Роджер с бутылкой какой-то. Так, ладно, не буду мешать. Можно сказать, что тут вот даже рыбный ажиотаж. Я сейчас зайду чуть-чуть подальше, туда я имею в виду, пройду. И мы посмотрим по другим углом, под солнцем. Под солнечным углом, скажем так. Что творится? Да, кораблики, конечно, хорошие, красивые, яхты, вон, видите. Арианда какая-то. И там такие прям, что не можно глаз отвести. И все хотят поймать рыбу. Интересно, есть ли столько рыбы у нас в море-то? Барабулька точно есть. Там дальше будут лавочки, про которые я вам рассказывал. Посидишь на одной, там будет счастье, на другой любовь, третий там еще что-нибудь у тебя будет. В общем, приезжайте, посидите, прогуляйтесь. Посмотрите. Людей как бы много. Ух, смотрите, вот эти маленькие яхточки такие в ряд стоят. Все равны как на подбор, с ними дядька Черномор. Пока ни одной выловленной рыбки я не видел. Так, я в принципе дошел куда хотел, видите. Вот здесь, в лучах солнца, все заиграло другими красками. И яхты, и катера, и морфорт сейчас откроется с другой нам стороны. И может даже рыбку поймать кто-нибудь. Вот, смотрите, товарищи. Лавочки, которые говорят, богатство, скамейка, посидишь на ней, станешь сказочно богатый. Посидеть? Давайте посижу. О, я прям таки уже чувствую, прям мне на карточку так дин-дин-дин-дин, капает и капает и капает. Замечательный вид на морпорт, но я все-таки пройду дальше. Так, успеха. Посидишь и станешь успешным, там, я не знаю, и богатым, и успешным. Тут вообще желания все твои исполнятся. Так что как бы вот так. Здоровье, немаловажная скамеечка. Но почему-то все сидят вот там и ловят рыбу. Нет, кто на скамеечках сидит. Не верит уже народ, не верит. Не скажу я, что они протерты прям до основания. Скамейка любви. Вот отсюда вот даже Дагомыс видно. Я имею в виду сам поселок. А кто это такой умный? Вот кто такой умный есть. Вот где-нибудь здесь я, наверное, сейчас приторможу, вот чуть-чуть дальше тут, и покажу вам всю красоту морпорта, если вы еще не успели рассмотреть. Ну, яхточки такие вот. А море, посмотрите, какое прям распрекрасное. Ну, как прямо в зеркале отражается. Ну вот он и сам морпорт. Вот такой вот город Сочи, ребята.
Ну а всем пока на этом пока. И, как говорится, до следующих роликов.